Умышленное убийство и незаконное хранение боеприпасов. Так в полиции квалифицировали ночной взрыв в Киеве, в результате которого погиб человек. Прогремел он возле жилого дома в одном из центральных районов столицы. Патрульные, прибывшие на место ЧП, обнаружили тело мужчины с многочисленными ранениями. Позже его личность установили, но деталей не сообщают. Говорят только, что это 36-летний киевлянин. На месте взрыва нашли удостоверение участника боевых действий, а вот в его доме во время обысков обнаружили гранату и гранатомет. Дома у чоловіка проводиться невідкладний обшук, під час якого уже вилучили гранату F1 та гранатомет. Слідчі дії там тривають. Переглянули уже записи з камер відеонагляду, на яких не зафіксовано, що до моменту вибуху або після моменту вибуху до чоловіка хтось підходив.